У тебя, посмотри, какое колено вперед. У тебя плечо совсем другое. У тебя это плечо назад. Ты сюда бросаешь, оно у тебя назад. Оно должно идти вперед. Пожалуйста, еще один бросок. Вот ты делаешь неплохо. Ну не разворачивайся, поэтому оценка чищ. Пожалуйста, Женя. Итак, средняя скорость, Никита. Средняя скорость. Вот. Получше. Ну ты же видишь, на какое колено ты становишься, заваливаешься. Вот можно так сделать. Ну, 7, ну не могу больше поставить. Денис, надо в следующий раз вам подсказать, какое колено вперед, но не доворачивает. А знаешь, почему не доворачивает? Потому что локоть не сильно поднимает. А не сильно поднят локоть, ну, смотри, он большой, да, поэтому может, обязательно нужно. Может быть, даже ногу сразу поставить. Просто локоть поднять и зайти. Так, Женя.